Казалось бы, Сергей Супоня – известный в городе человек, но мало кто на избирательном округе вспомнит его хорошим словом. Слишком много обещаний и слишком мало сделано за прошедшие годы. 2 года назад, когда было собрание по выбору управляющей компании, помните, было? Вот. Как Супоня здесь разливался соловьем. Ой, да я вам все сделаю, да у меня все прекрасно, и все на мази, все схвачено. Я депутат, все хорошо, так? Так. Где он, этот Супоня? Почему он не приходит? Дворник месяц нету. Правильно, потому что он бесплатно не будет работать. А не приходит он, скорее всего, потому, что сильно занят в городском совете. Ведь он и является членом президиума представительного органа столицы Бурятии, а также председателем комитета горсовета, отвечающим за все городское хозяйство, транспорт и связь. Ну и как вы оцениваете его работу, как именно депутата? Что он сделал для округа хорошего? Вот знаете, где мы живем? Там нету детской площадки. И дети бегают, как попало. Это какая улица? Это по улице Гвардейской. А хотелось бы спросить, вы знаете своего депутата в горсовете? А что ты его знаешь? А вот такое имя, как Сергей Супоня, вам известно? А, это хороший товарищ мой. Как вы оцениваете его работу на округе? То сказать честно, не очень. Ну, не справляется с моими обязанностями вообще. Потому что он до сих пор даже за домом стоит мусорные, да, мусорные баки, да. А эти мусорные баки, он постоянно все полный, постоянно. Мусор вытаскиваешь, постоянно все полно. Эти собаки везде, вот тут мусор растаскивают. Вообще как-то, не знаю. Вот бабушки даже выходят, вообще даже смотрят на этот мусор вообще. И начинают все матами там, конечно, извините за выражение. И за все его заслуги перед городом и своими избирателями он награжден рядом почетных грамот и знаков. И как венец его работы он является заслуженным работником сферы обслуживания Бурятии. Иван Подберезкин, Алексей Жилин, Анатолий Пляскин, АТВ.